Здравствуйте, уважаемые студенты. Позвольте вам представить лекцию по дисциплине реле защиты автоматики в системах электроснабжения. Лекция предназначена для студентов специальности электроэнергетика. Вот. Меня зовут Мехтеев Али Джаваширович, я кандидат технических наук, ассоциированный профессор. Работаю профессором на кафедре энергетической системы Гарганинский технический университет. Мой стаж научно-педагогической деятельности составляет 21 год. Позвольте представить вам лекцию с таким планом. Токовая направленная защита мы сегодня будем проходить. Это важный элемент. Сразу надо усвоить, что это для линии с двухсторонним питанием. На прошлом занятии мы проходили с вами токовые защиты, просто три ступени. Это отличается защита твоей направленностью. Токовая защита также будет нами изучена с измерительным органом тока и напряжения, то есть уже комбинированная защита. Данная лекция связана с прошлой лекцией, что мы двигаемся от простого к сложному, и поэтому мы сейчас будем уже изучать более сложный вид токовой защиты. Это токовая направленная защита. Поэтому нужно вам вспомнить прошлую лекцию, в чем особенность там токовой защиты была, что там было три ступени, то есть токовая направленная защита тоже будет иметь три ступени. Эти материалы наши связаны уже с изученным. И мы будем продвигаться к тому моменту, до которого вы сможете сами проектировать и данные защиты уже не просто в отдельном варианте, а уже в комплексе. Главное, что у вас должен быть обязательно багаж знаний. Связь с другими дисциплинами у нас является следующей. То есть вами должны были быть изучены, получены основы, практические навыки. Вы должны были получить по дисциплине теоретические основы электротехники 1-2. Электрические машины, электрические системы и сети, переходные процессы в электроэнергетике, электрические станции и подстанции. Конечно, мог бы я еще отметить, что вы обязательно должны знать физику, математику. Тут множество дисциплин, все их перечислять не буду. Данная дисциплина вам потом будет крайне необходима на производстве. Это важный профессиональный навык, который вы должны овладеть. И потом при написании дипломной работы вы будете использовать вот эти полученные навыки и свой курсовой проект, который вы сделаете для реализации вот этих вот всех принципов, которые мы получим практической реализации. Давайте продвинемся дальше. Может быть, я лучше включу показ слайдов. Давайте сделаем так вот. Заявляю, что я не являюсь автором представленных мной физических законов, формул, математического аппарата, также графика, физических зависимостей различного рода, принципиальных схем, другого материала. Вся представленная информация уже опубликована ранее. Другими авторами взята из открытых источников. Целью является ознакомление общественности с накопленными научными знаниями, рассмотренными в области науки и техники. Также использовать мой интернет, и другие сайты, и литература, которая будет приведена ниже. Я немного сейчас пролистну и приду к своей лекции. Так все, потому что я перелистнул и поставил на такой вот режим. Давайте начнем опять с короткого введения. То есть мы сегодня изучаем, еще раз повторяю, токовую направленную защиту. Эта защита действует при определенном направлении знаки, то есть мощности. Мы с вами до этого очень внимательно изучали индукционный реле, там изучали реле направления мощности. Применяются данные защиты для обеспечения селективности в сетях двусторонним питанием. В кольцевых сетях городских, это очень такая защита необходимая, понимаете,
что такое двухстороннее питание. Да, сейчас у нас со всех сторон практически наша электрическая сеть образуется. Это совокупность источников питания. Поэтому питание может быть многосторонним. Конечно, если когда линия уходит к какому-то конкретному объекту, и подстанция является тупиковой, ну, тогда, конечно, там такая защита вам не понадобится. Ну, вот в городских сетях кольцевые сети очень часто встречаются. Вот. Потом, что нужно еще посмотреть? Вот, ну, когда у нас защита будет, если мы в таких сетях двухсторонним питанием поставим защиту ненаправленную, то она у нас будет реагировать ложно и срабатывать излишне, включать участки, те, которые не требуют. То есть селективность у нас будет полностью нарушена. Вот. И поэтому данная защита обязательно использует реле направления мощности. Принцип действия данной защиты основан на измерительном уровне направления мощности. Вот он, КВ1. Вот это вот реле мощности, которое устанавливается, оно обязательно, вот видим, помните, в прошлый раз я вам объяснял, что реле направления мощности обязательно включается в другие фазы. Если на токовой обмотке включается фазу А, вот как токовое реле подсоединяет трансформатор тока, то его обмотка напряжения обязательно включается в другие фазы. Это 90-градусная схема. То есть другие схемы уже не применяются. Это наиболее оптимальное оказалось из всего опыта эксплуатации реле защиты. Поэтому я как бы на ней и основываюсь. Видим, что вот у нас фаза А включена, трансформатор тока. Вот это токовое реле. Это орган тока. Вот. И другую фазу. То есть, смотрите, ага, тут не хватает одной фазы, тут не хватает фазы Б. Ну, эта защита у нас создана для коротких замыканий на землю. То есть у нас только вот фаза А, Б, и средняя фаза Б, она не имеет трансформаторов тока. Вот, ее нету. А фаза А, вот она. Фаза С, вот она. То есть мы намеренно одну фазу исключили из этой цепочки, и поэтому у нас кажется какая-то неполноценность, что ли, вроде, или я что-то забыл. Конечно, можно без всяких проблем, вот этот блок, такой же блок, поставить вот сюда, вот в серединку, и тогда будет у нас полноценная защита, вот, когда у нас будет 3 трансформатора тока и 3 токовых реле. Ну, как показал опыт эксплуатации, лучше все-таки на линиях иметь защиту отдельно от междуфазных КЗ, так она работает более точнее, и защита от КЗ замыкания на землю. Потому что токи замыкания на землю, они меньше, а фазные больше. Можно, конечно, пойти по другому пути и в нейтральный провод там поставить нулевой провод, еще одно реле нулевой последовательности, да, вот. Но так как мы сейчас рассматриваем больше пример как бы для линии с двухсторонним питанием, где все-таки упор я делаю на разделение защит, эта защита будет работать только от междуфазных КЗ, как более эффективный вариант, да? Вот. Поэтому она выполнена всего лишь в двухрелейном варианте, да. Другая фаза, видим, фаза С, она подсоединяет трансформатор, который установлен в фазе С, вот ток, который заходит в реле, вот. И дальше у нас пошли уже логические элементы, мы с вами их уже проходили, да, вот, и давайте разбираться, нужно вспомнить, что это за элемент, то есть это у нас элемент И, вот, если у нас на выходе при двух будет, то есть на выходе будет единица, когда у нас при двух входах будет единица. Давайте еще раз вспоминать, потому что, может быть, вы что-то и упустили. Смотрим так. При коротком замыкании, да, какой-то фазы, не знаю, фазы А на Б, на С, неважно куда, вот, видим, что у нас этот трансформатор включен в фазу А, этот трансформатор включен в фазу С. То есть любые междуфазные замыкания, он реагирует. Конечно, если фаза Б,
замкнет на землю, то эта защита не почувствует ничего. Ну, а ей не нужно, она не работает на замыкание на землю, да? Вот, соответственно, если какая-то из фаз замкнула между собой, между А, Б или Б, С, там, вот, или С, А, там, замкнули, неважно, как любая комбинация из трех, то вот в одном из реле, конечно, если замкнет фаза А и фаза С, то тогда, да, оба реле запустятся. Если замкнет фаза А и фаза Б, только одно реле. Давайте я такую ситуацию сейчас вам тут нарисую. Вот, допустим, у меня идет три провода. Это относится к фазе Б. Это относится к фазе А. А нижний относится к фазе С. Вот. Я рассмотрю верхний. Допустим, у меня произошло так, что провода схлестнулись и вот так вот замкнули они здесь. Ветром схлестнулись, допустим. Ну, защита понимает это просто как короткое замыкание. Она не может видеть там, что произошло на линии. Просто судит по увеличению тока. Ток, естественно, возрос. Мы такое уже с вами проходили, да? Ток возрос, причем многократно, там, от 10 до 50 значений. Но это все зависит от мощности источника питания. Если источник мощный, то он может большие кратности тока давать. Поэтому это опасный режим. Представляете, допустим, в 40 раз ток увеличился. 40 раз. То есть это, я считаю, это как бы проблемой, да. И поэтому, что может быть? Это пойдет термодинамическое действие тока, у вас токоведущая часть начнут деформироваться и расплавляться. Поэтому защита должна сработать и выключить поврежденную линию. Вот. Смотрим дальше. Вот ток у нас в фазе А увеличился. И в фазе Б тоже увеличился. Но так как в фазе Б нет трансформатора тока, защита это не видит, не понимает. Но она зато видит фазу А. И вот в реле, это реле у нас сработало. Ну, давайте я его буду крестиком отмечать. Оно сработало. Пускай сработает оно. И сюда пришло что у нас? Единица. Вот. А здесь у нас ничто не сработало, и здесь у нас как бы нули остаются. Вот теперь самый интересный вопрос, это вот реле. Реле направления мощности, да? Оно не токовое, а направление реле мощности. То есть у него токовая обмотка подсоединяется к трансформатору тока, а обмотка напряжения к трансформатору напряжения, который находится на подстанции, на шинах подстанции висит. И вот интересный вопрос теперь, да. Теперь мы приходим к направлению, да? А смотрим как. Соответственно, у нас, ну, дальше мы рассмотрим схемки, у нас будет как бы несколько подстанций. И несколько направлений движения мощности. Это вот источники питания. Вот у нас, допустим, эта подстанция. То смотрим, что у нас оказывается, вот есть это направление, то есть четное и как бы условно нечетное направление. То есть этот в этом направлении вот работает два. Раз. Раз, два. Вот я их отмечаю. Вот. А вот это вот в нечетном направлении. Условно говоря, я галочкой обозначу. То есть у нас комплекты защиты получаются двойные. Ну, эта защита, естественно, более дорогая. Вот. Понятно. Ну и линии уже более ответственные, не тупиковые, а уже с двусторонним питанием. Ну, то же самое будет и с кольцевыми сетями, вот особенно городскими сетями, где у нас вот такие кольца существуют. Вот, и по станции вот так вот располагаются по кольцам. Здесь вот. Вот. По такому кольцу. Теперь понимаете, что, допустим, если здесь произошло замыкание, то вот это все может отключиться. Поэтому должно быть отключено только вот это вот кольцо на один направление. Что у нас происходит с током короткого замыкания? Вот. При нормальном режиме, видите, вот этот ток, он течет всегда вот только в ту сторону. Вот, в ту сторону течет. То есть это, как условно, S1. А S2 течет только туда. Но при коротком замыкании, вот если здесь произойдет, то ток, который тек вот в это направление здесь, вот, в этой подстанции, ну, прошел здесь подстанцию, он поворачивает, то есть идет изменение вектора тока с такого
условно говоря, он в эту четверть переходит, то есть вектор поворачивается. Соответственно, режим КЗ можно определить еще и не только по увеличению тока, но и по вектору тока, то есть по изменению его направления. И, естественно, вот из этих двух реле, условно говоря, какое-то должно сработать, вот, ближнее к точке короткого замыкания, а какое-то должно быть резервом для этого. И, соответственно, если это наше направление, я не буду сейчас рассматривать, ну, как бы так вот, в плане движения токов, просто если это, если вот для этого реле, допустим, условно, ток всегда тек в эту сторону, протекал, да, и получилось так, что было короткое замыкание, то у нас угол поменялся. В реле есть, конечно, рабочий угол, помните, я говорил, а зависит от реактивного сопротивления, там он может меняться, но при коротком замыкании он резко поворачивается на 180 градусов и уходит в другую четверть, там, ну, вот может в этой четверти, вернее, находиться, да. И поэтому мы видим, в какой четверти находится ток. Раз ток поменял свое направление, вот в этом реле, то есть он тек сюда, а теперь становится, повернулся в эту сторону. Соответственно, это реле тоже сработало. И здесь пришлось 10 единица, ну, как это, так как это реле сработало, и это сработало. И здесь тоже пришла единица. Соответственно, вот этот элемент, он у нас что сделал, какие там контакты у него, если вы помните, а контакты вот такие. То есть последовательно, то есть это КА, а это КВ. Вот, пожалуйста, вам разгадка, и здесь получилась единица. Раз получилась единица, то вот этому элементу, он там все контакты расположены как? Параллельно. Я вам два раза приводил в прошлой лекции вот эту логику этих элементов, да? Вот, и видим, что этот элемент или, то есть это или любой. Любой из реле сработал. Ну, сработает два, значит, без разницы. Но если вот этот контакт замкнут, то дальше идет срабатывать реле времени. Вот если на этот элемент у нас на единице на входе при хотя бы на одном входе, да, то на выходе уже единица. То есть если сюда, ну, пришел ноль, потому что здесь-то у нас же, мы же сказали, у нас было условие, что замкнула фаза вот эта с фазой Б. Фаза Б. А С не затронута. Поэтому здесь нули, естественно, сюда ноль пришел. Вот. Но это не важно. А если было бы замыкание между этими фазами всеми, ну тогда, значит, здесь бы тоже была единица, и на выходе была бы единица. Так вот, если здесь ноль, но здесь единица, то здесь у нас мы рисуем единицу. Все. Вот я вам рассмотрел, как сработает защита. Вот. Далее, после того, как этот логический элемент сработал, то есть он собрал все в логику, воедино, и теперь дальше уже запускается выдержка времени, релиз выдержка времени. Но выдержка контакта, они вот так вот обозначаются, если мы вспомним. Вот так вот. То есть это контакт, который имеет выдержку времени. Такой вот полукружок у него. Вот. Реле времени производит отчет, идет, включается указательное реле, то есть какой-то блинкер выпадает, сигнальная лампа загорается, какой-то звуковой может подавать сигнал, какое-то табло заработало. То есть это указательное реле. И дальше пошла цепочка логическая на отключение. Там идут уже промежуточные реле. Вот. Я их рисовать не буду. Там электромагнит выключателя. Но это уже у нас на отключение. И, конечно, мы давайте рассмотрим вторую ситуацию. Когда у нас токовое реле сработало, но направление не наше. Вот здесь единичка. А это сработало, а вот это нет. Пожалуйста. То есть не его направление. Как ток тек в это направление, так и сработало. Хотя это короткое замыкание. То есть, чтобы два комплекта реле не срабатывали, комплекта защиты, они вот разделяются по направлению. Соответственно, сюда пришел ноль. Если мы вспомним, значит, здесь у нас тоже ноль. Ну и в совокупе здесь ноль пришел, и здесь ноль. То есть эта защита не запускается. Это не ее направление. Вот так вот цепочка, это данные работает, видим. Так, ну вот теперь давайте разбираться у нас принцип действия.
условия обеспечения селективности при коротком замыкании в точке, допустим, К1, К2 и К3, вот, нам нужно выбрать по времени. Смотрим, если у нас КЗ случилось в точке К1, вот эта точка, то, смотрите, для защиты срабатывания 2, 3, 4, 5, вот участки, видите, вот 2, 3, 4, 5 и 6, соответственно, видите, времена располагаются вот так. То есть это та же ступенчатый принцип распределения, как и в прошлый раз мы на прошлой дате осматривали токовую защиту, то есть они у нас будут примерно вот так. Вот это вот это время будет минимальное, вот этого другого будет побольше, на третьего еще больше. А в эту сторону будет направлено все наоборот. То есть вот такое встречное направленное направление выдержки времени. Ну, раз это токовая защита, то в любом случае настраивается от места по мере приближения к генератору вот эта выдержка времени увеличивается на дельта Т. Дельта Т. Что такое дельта Т? А дельта Т это у нас ступень селективности. Вы имеете право принять от 0,3 секунды до 0,5. То есть вот к этому времени Т2 вы прибавляете вот это дельта Т. И получаете что? Получаете третье время. Ну, вот этого участка. Поэтому мы видим, что, видите, времена у нас в любом случае по мере приближения к генератору время будет расти. Ну, так вот и можно объяснить и другие участки. Ну, вот, думаю, здесь вопросов нету, потому что у нас это... У нас, как бы, получается... Такие вот линии с двухсторонним питанием обязательно. И это у нас два источника питания. Давайте рассматриваем дальше. Вот это токовая направленная защита для селективного действия в сетях с двухсторонним питанием. Токовая защита дополняется обязательно измерительным органом направления мощности. Вот. Токовая защита называется... Токовая направленная такая защита, которая есть или направление мощности, она, как и токовая, обычно выполняется трехступенчато, с относительной селективностью она получает защиту, то есть у них выдержка времени изменяется от дистанции. Первые и вторые ступени токовой защиты сохраняют селективность в сетях двусторонним питанием, вот, поэтому они могут иметь и не иметь органов направления мощности, то есть это первая ступень, она действует очень близко. Как я сказал, что это часть линии всего только защищает. Процентов 30 линий остается незащищенной, там работает вторая ступень. И поэтому первую ступень обычно вообще никогда не оснащает органом направления мощности. Если вы заметили, что предыдущий рисунок, когда я рассматривал, это то же самое, что и токовая защита, да, просто она была дополнена вот этим органом направления мощности. Но у нас было реле времени. Вот. Если это было бы отсечка без выдержки времени, то как такового времени, выдержки времени органа нам не нужно. Вот. Ну что, в отличие от обычной токовой защиты, как я сказал, благодаря вот направлению, реле направлению мощности, реагирует только на абсолютное изменение значения тока в защищаемом элементе. То есть не только на как бы вот насколько увеличился ток, можно так сказать, по своей амплитуде, да, вот, насколько он вырос в количественном соотношении, но и на его фазу, то есть относительно напряжения. Как я сказал, что она может повернуться относительно фазы на шинных пространствах, которые измеряют трансформатор напряжения. Трансформатор напряжения стоит в месте установки защиты, то есть на подстанции, не путайте, вот, действует в зависимости от направления мощности при коротком замыкании такая защита у нас. То есть не только на увеличение тока, но и на изменение направления мощности.
Селективное действие защиты обеспечит соответствующим включением органа управления мощности и выбором выдержки времени, размещением защиты А1, А4, сейчас мы будем проходить на рисунке 9А1, анализ векторных диаграмм напряжения тока представлен на рисунке БВ, вот показывает, что фаза тока вместе включения защиты А2 и А3 относительно напряжения на шинах по станции Б, сейчас мы к этому подойдем, при перемещении повреждений с точки К1 в точку А, дискретно изменяется на угол P. При повторении векторных диаграмм за положительное направление мгновенного значения тока принято направление от шин в сторону линии. Вот. Угол фи линии сдвига, то есть фазы тока относительно напряжения, считается положительным при отстающем токе и отрицательным при опережающем токе. Ну, это уже режим короткого замыкания. Защиту А2 необходимо выполнить так, чтобы она действовала на отключение только при углах сдвига между током и напряжением, соответствующим короткому замыканию. Точки К1, то есть запомнить, что А2 у нас должно работать при коротком замыкании в точке К1, А3 в точке К2. Давайте рассмотрим схему. Ну, просто мне не позволяет экран и слайд-лекция одновременно показывать картинку и читать вот этот ваш вам текст, то есть пояснение. Или схема будет слишком мелкая, да. И вот давайте сейчас будем восстанавливать память. То есть у нас, ну, это самый упрощенный вариант, который я мог вам представить. Конечно, может быть другая конфигурация. Вот. И давайте, вот смотрим. Мы смотрели про узлы вот эти вот А2 и А3, да? Вот. Соответственно, вот этот узел, да, если мы вернемся назад, давайте, вот, смотрим, что у нас А2 должна работать в точке К1, А3 в точке К2. Вот. То есть мы должны ее так настроить, чтобы защита действовала на отключение только при углах сдвига фазы между током и напряжением, соответствующим короткому замыканию. Вот, соответственно, в точке К1, вот, должна сработать защита А2 и защита А3 в точке К2. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Вот К1, А2 и А3. Вот, пожалуйста, вот вам, видите, вот это у нас нечетное направление, вот оно, А1, А3, четное направление А4, А2. Поэтому вот этот узел защиты, эти два комплекта стоят на подстанции. Соответственно, при коротком замыкании в точке К1, вот здесь, ток возрастает в линии. Возрастает. Соответственно, эти оба комплекта, они запускаются. И эти тоже запускаются. Все запускаются. Просто эти имеют выдержку времени больше, чем вот эти вот. И, соответственно, на что должно произойти? Должны оба включиться комплекты и отключить вообще все здесь. Но это будет проблемой, да, для потребителей. Поэтому для А2 мы сформируем такой вот вектор тока, а для А3 вот такой вот вектор тока. Вот. И, соответственно, срабатывает только один из комплектов защиты. Вот. Если у нас будет другая ситуация, как вот здесь показано, да, вот, то, соответственно, вот в этом коротком замыкании, да, видим, что токи идут сюда, все у нас, да, вот, соответственно, у нас происходит, что угол А2, он меняется, вот он, да, а для А3 он как бы вот такой остается, вот, формируется вот такой. Соответственно, у них разные углы. Они оба запускаются, но какое-то одно из реле, например, мощности разрешает им сработать. А вот эти вот, они просто будут резервировать эти точки. Из этого следует, что реле направления мощности при подведении к нему напряжения, равное
у Б, ну, то есть итога рабочего, у нас равно ИК, вот, и ИР равно ИК с двумя штрихами, вот, должно срабатывать при угле ФИП между напряжением и током. Ну, это рабочим, это номинальный ток у нас. Равным ФИЛ. Ну, ФИЛ – это угол в линии, который формируется между ними. Зависит он от реактивного сопротивления и нагрузки, вернее. И не срабатывает при ФИР. То есть, смотрим, у нас какой-то будет угол ФИЛ и угол ФИР. То есть, если у нас рабочий угол, ну, какой-то обычный угол, да, то у нас он не срабатывает при таком вот равной сумме. А вот если у нас уже угол равной сумме ФИЛ и ФИП, ну, при коротком замыкании в точке К1 векторная диаграмма напряжение и ток у места установки защиты А4 такая же, как и у А2. В связи с тем, что происходит, приходит действие защиты А4, вот, то она просто имеет выдержку времени больше, чем А2. Поэтому для селективности отключения линии АБ, у нас линия вот эта вот, то есть у нас при коротком замыкании вот здесь вот, да, запускается вот этот, как я сказал, узел обязательно. Эти запускаются, но они все блокированы своим реле, понимаете, у них разные углы получаются. Вот. И что у нас происходит? Этот запускается, и вот этот. И у них есть разрешение на срабатывание. Но первым должен срабатывать этот узел. Он ближний к точке короткого замыкания. И поэтому, если он отказал, то срабатывает его резервная часть. То есть, вот так, тем самым обеспечивается нам резервирование. Вот. Точно так же, ну, должны согласованно работать и нечетные направления А1 и А3. Ну, благодаря органу направления мощности все защиты разбиваются у нас на две группы. Вот, как я их уже разбил, четное и нечетное направление. Вот, не связаны между собой они, являются отдельными. В пределах каждой группы параметры выбирают так же, как и для токовых защит. Ну, вот тут указано, видите, временные характеристики. Я вот тут все разбито по направлениям уже. Вот, четные и нечетные направления. Выдержки времени я уже рисовал, встречная направленная характеристику имеется, ступенчатую характеристику имеет обязательно. То есть вот на этих участках выдержка времени будет везде одинаково. Вот, точка К1 показана, вот, то есть срабатывает вот это вот направление, да, у нас, но у второй выдержка времени будет в точке К1 меньше, она первая сработает, если она не сработает, сработает четвертая. Если четвертая не сработает, наверное, должна, по идее, сработать шестая. Мы видим, что у них время будет больше на ступень селективности. Вот. Если случилось с точки К2, то смотрим, у нас как бы будет два направления работать, да? Но опять же сработает только одно, вот, которое будет именно, в котором направлении изменится ток у нас. Далее. Выбор выдержки времени. Все защиты должны выполняться направленными, вот, именно для линии двусторонних питания. Ну, вот тут рассмотрены схемы защиты направления. Могут быть, допустим, защиты у нас 2 и 5. Вот, в данной схеме могут быть. В принципе, да, чтобы не выключать этих потребителей. То есть, если серединки здесь включился, в любом случае, эти защиты должны отработать, как уже сказано ранее. А вот в таких случаях, вот, где замыкается, вот эта половина не должна тоже быть выключена. То есть должна выключена только быть эта половина. Вот это вот кольцевая сеть. Видим, что у нас на кольце могут быть замыкания. И поэтому надо отключить нам только вот эту часть кольца. Не всех. Вот, тут же стоят комплекты защиты. Не пойму, что замыкание произошло вот везде. Ток увеличится, он же последовательно идет. То есть в таком случае, допустим, вот для этих всех комплектов защиты ток, он же идет везде одинаковый. Запустятся эти все, то есть они могут все остаться без питания. Поэтому должен быть отключен только вот этот участок.
вот здесь с двух сторон сработать. Ну, теперь перейдем к такому понятию, как мертвая зона защиты. Это при трехфазных КЗ вблизи места установки защиты, ну, то есть это непосредственно перед подстанцией направленной защиты, напряжение, подводимое к реле, направление мощности, потому что реле у нас подключено еще и к напряжению. Вот, ток-то понятно увеличивается, может оказаться настолько мало, ну, то есть напряжение садится практически до нуля, что это реле не сработает, следовательно, защита у вас откажет. Вот. Часть защищаемой линии при коротком замыкании, в которой защита не сработала из-за недостаточного напряжения, подводимое к реле напряжение может называться мертвой зоной. Ну, с этой мертвой зоной борются, там установлены специальные конденсаторы, которые позволяют вот в этот режим, в режиме короткого замыкания, как бы дать мощность этим реле, и чтобы защита правильно сработала. Вот. Теперь выбор тока срабатывания. Как я сказал, что, еще раз повторяю, что токовая направленная защита – это аналогичная защита обычной токовой защите ступенчатой. И поэтому большой разницы в расчете, в ее расчете нету. Но ток срабатывания, допустим, направлен на МТЗ, давайте рассмотрим. Это у нас ток срабатывания защиты. То же самое было и в предыдущей МТЗ, где направлены коэффициент отстройки, он рекомендован согласно типа реле, там выбран коэффициент самозапуска, я уже вам рисовал, что это такое самозапуск, откуда он берется. Это те двигатели, которые остаются во вращении, в работе, пускатели у вас же не отпускаются какое-то время, то есть сеть еще разветвленная, то есть получается, был нормальный режим работы, произошло КЗ, защита ваша выключила КЗ, ток упал, вот. Но потом АПВ опять включил, и какой-то, видите, у вас идет пуск двигателей. То есть есть какой-то режим самозапуска. Этот режим самозапуска, он зависит от количества у вас электромоторов. Если у вас просто лампочки, нет электромоторов, то коэффициент самозапуска будет у вас равен 1. То есть он небольшой будет на самом деле. Ну, если же, конечно, там очень много, тогда будет и тройку, там, и это. Вот такой вот вариант с этим самозапуском. Коэффициент возврата. Я уже говорил, когда читал лекцию про электромеханический реле, запомните, это важно, это вообще даже и микропроцессорных реле учитывается. Для электромеханических коэффициент возврата где-то в пределах 0,7-0,8, ну, для хороших реле, допустим, фирмы Siemens, коэффициент возврата может быть и 0,95. Он примерно такой же, как и для полупроводниковых реле. То есть, ну, хорошо просто были сделаны реле, вот, электромеханические. То есть, электромеханические реле, в принципе, тоже могут оказать хорошую конкуренцию вот этим полупроводниковым реле. Ну, я думаю, что особенно в плане надежности, наверное, думаю, что да. Вот. Иначе бы, кто хочет спорить со мной, эти реле бы не работали бы по 60 лет на подстанции, до сих пор еще работают. Вот. А полупроводниковые, я не думаю, что вы через 60 лет найдете, ну, сегодня смонтированные эти реле. Ну, какая у вас полупроводниковая техника есть, которая 60 лет прослужила? Да не найдете вы ни одну, да. Она настолько вам там морально устарела, или что с ней уже произошло, что... Вот. Ну, хотя полупроводникам уже 60 лет может быть. Ну, дополнительные условия. И что самое главное, то есть, видите, реле притягивается при большем токе, запомните, отпускается при меньшем, поэтому коэффициент возврата токовых реле максимальных, которых мы используем максимальный реле токовый, он всегда будет меньше единицы, то есть примерно будет вот так 0,8, если вы электромеханически используете, да, или, допустим, 0,95, если вы используйте микропроцессорное реле или полупроводниковое. Вот в чем будет различие только в расчетах, понимаете? В принципе, почему я говорю, что книги там 30-летней давности Шаббат, они в принципе являются актуальными по теории. Вот этот процесс, он физически настоящий, он никогда не поменяется. Так же, как закон тяготения, там, они остаются прежние. Вот. А вот коэффициенты, они, конечно, меняются, потому что они зависят уже от каких-то конкретных реле, которые мы используем. Вот.
Ну, потом есть вот эти вот отстройки токов. Ну, мы как бы всегда опираемся только вот на тот расчетный ток. Так, ну и теперь давайте разберемся в выбор тока срабатывания. Вот, это у нас вот с двухсторонним питанием, как я сказал. Это та же самая схема, что и была ранее рассмотрена, просто она в трехфазном варианте. Видите, шины подстанции трехфазные, здесь тоже шины приемной подстанции. Вот. У нас обязательно ток, нужно учитывать ток в неповрежденных фазах. Вот он. Откуда он берется? То есть у нас есть ток нагрузки. Откуда мы его посчитали, вот этот ток? То есть ток срабатывания защиты мы дополнительно еще считаем, проверяем, коэффициент отстройки берем и ток в неповрежденных фазах. Давайте посмотрим, вот он как считается, вот этот ток в неповрежденной фазе равен току нагрузки в номинальном режиме, который у нас был. Вот. И коэффициент, и опять на ток замыкания по неповрежденной фазе при коротком замыкании на землю. Если, ну, учитывая вот эти вот доля тока замыкающего по неповрежденной фазе при КЗ на землю. Теперь давайте разбираться с главным вопросом. Это схемотехника этой защиты. Вот, чтобы вы тоже представляли себе, я уже схемку рисовал, чисто такую структурную схемку, а теперь уже принципиальную схемку, чтобы все было понятно. Вот. Давайте разберемся с основными частями. Вот. Это у нас трансформатор напряжения. К нему подключаются наши обмотки. Вот они. Обмотки реле направления мощности именно по напряжению. Вот написано. Вот ТВ. Вот он ТВ. Потом у нас есть выключатель, который выключает всю нагрузку. Выключатель нагрузки. И есть трансформаторы тока. Вот они во всех трех фазах здесь стоят. Такой вариант защиты. То есть полный. У нас есть вот эти токовые реле. Реле направления мощности. Вот. И есть у нас четвертое реле. Ну, я вот тут рассматривать не буду. Это от замыкания на землю. Мы пока его упустим. Хотя оно тоже может быть. Вот, оно встанет на инвертирование. Вот. То есть оно на противоположном фазным замыканием. Ну, если идет фазное замыкание, то мы же не будем исключать замыканием на землю, да. Уже там токи будут гораздо выше. Смотрим, если любое идет какое-то замыкание, то у нас срабатывают токовые реле. Если это наш, например, срабатывает реле направления мощности, запускается реле времени. Вот оно запускается, срабатывает его контакты. Включается указатель на реле, то есть блинкер выпадает. И реле промежуточное, которое более мощные контакты. И это реле промежуточное включает у нас уже электромагнит. Вот. И подается вот тут сигнал, видите, по шинкам через это вот реле. Вот. Это реле, оно включает на сигнал. Вы должны понять, что у вас защита сработала. Ну вот тут реле направления мощности, я его упущу, потому что мы с вами уже его проходили. Вот. Довольно-таки подробно я рассказывал. Вот. Что у реле, видите, направление мощности есть какая-то рабочая зона, нерабочая зона, при которой он срабатывает. Вот. Это 90-градусная схема, как я сказал, что ток подключается непосредственно в свои фазы А, Б, С, а напряжение, видите, подключается вот этим Б, С, А, С, то есть вот для фазы А мы берем Б, С, Б, С. Ну, выводы можно сделать такие, что применяя орган направления мощности позволяет обеспечить нам селективность защиты. Отличается простотой и надежностью. Ну, к недостаткам защиты можно отнести, что это малое быстродействие, конечно, защиты. Недостаточная чувствительность к наружным и протяженным, нагруженным протяженным линиям. Наличие мертвой зоны по напряжению, что может привести к отказу при трехфазном коротком замыкании вблизи места установки защиты. Ну, это не самые совершенные защиты, поэтому придуманы они или блокируются еще и дополнительно с повышенной чувствительностью органов напряжения вот, минимального, или же они просто заменяются для таких ответственных клиник на другие виды защиты, допустим, дистанционная или дифференциальная защита. Измерительная часть. Теперь мы переходим
к защите свидетельным органом напряжения совмещенного тока и напряжения. То есть еще эта защита называется защита с блокировкой минимального напряжения. Измерительная часть защиты содержит реле тока, вот, реле напряжения. То есть, соответственно, может основного тока и трансформатора напряжения. На линиях электропередач такой комбинированный измерительный орган используют для повышения чувствительности токовых отсечек первой и второй ступени. Третья ступень максимальной токовой защиты с комбинированным измерительным органом применяется в качестве защиты генераторов, трансформаторов, от внешних КЗ. Вот. На трансформаторах очень часто вы эту защиту можете встретить. Вот. Выбор параметров защиты рассмотрим на примере токовой отсечки без выдержки времени. Рисунок 10.1. Показана там будет линия с односторонним питанием, то есть тупиковая линия, работающая в блоке с трансформатором Т по мере приближения точки трехфазного КЗ к шинам подстанции А. Остаточное напряжение на шинах будет уменьшаться. Согласно кривой 1, имеется в виду, что действующее значение периодического составляющего напряжения в момент времени Т будет равное нулю, ну, в момент короткого замыкания. При других междуфазных коротких замыках аналогично изменяется остаточное напряжение вот, между поврежденными фазами. Вот. Обычно вместе схема токовой зачистки используют три минимальных реле напряжения, включая в соответствии междуфазные напряжения, так же, как ну, в реле на параллель мощности. Параллельными параметрами отсечки без выдержки времени блокировкой по напряжению является ток срабатывания защиты и напряжение уже срабатывания путем особого согласования между собой удается расширить зону действия защиты, то есть эта защита становится более чувствительной, вот, к внешним, обеспечивать селективность к внешним коротким замыканиям. Это крайне важно, чтобы она не реагировала на внешние короткие замыкания, которые не на ее участке происходят. Ток срабатывания определяется вот защиты, в зависимости тоже от тока короткого замыкания. Вот. И если у нас ну, будет можно настроить защиту по максимальному току, как МТЗ сделать. Вот вам, пожалуйста, закон изменения напряжения. То есть, видите, вот тут у нас есть комплект установки, установлена здесь защита. Вот. Здесь находится трансформатор тока напряжения. Вот. У нас есть несколько точек короткого замыкания. То есть, непосредственно где-то в этом месте, близко где-то возле этого генератора происходит, потом где-то далеко в линии происходит перед трансформатором. Мы видим, что у нас вот так получается. Но мы зону срабатывания защиты продлили, видите, ее отнесли за трансформатор, вот здесь вот. И срабатывание защиты. Мы его сюда вот так вот отнесли. То есть защита у нас продлила, защиту мы продлили по зоне. Если предыдущая отсечка, она работала только вот до суда, не способна была защищать всю линию, то эта отсечка уже получается более чувствительная. То есть она защищает непосредственно всю линию целиком. Вот этот трансформатор плюс еще и вода. Вот. Это благодаря тому, что мы блокировали ее по напряжению. Мы сделали более чувствительной. Вот закон тока изменяется вот так вот. То есть он чем дальше от места установки защиты простор КЗ, то есть вот это вот точки К3, это вот такое КЗ большое по значению. К2 это, видите, меньше. К1 это вообще как бы маленький ток. То есть ток-то в месте повреждения является большим, но пока он пойдет через все провода, он уже уменьшится. То есть видим вот такое вот. Такое. Теперь смотрим, у нас МТЗ с блокировкой пуском по напряжению. Чем отличается от обычного, вернее от обычной токовой защиты. Вот реле токовое, то есть это на междуфазной токо работы, то есть 2. И получается, его контакты, давайте здесь найдем, вот, токовое реле, вот, К2.1 я нашел, вот, К1 тоже нашел, вот они, два контакты токовых реле, да, но видите, чем они блокированы? Они блокированы контактами вот этих вот реле напряжения. То есть происходит, что при коротком замыкании у нас и ток увеличивается, и напряжение снижается, а вот при перегрузке у нас ток слабо увеличивается, но зато напряжение практически остается неизменным. Поэтому вот эта защита, она и понимает, и работает уже по двум параметрам. Это МТЗ. Почему МТЗ? Потому что здесь есть выдержка времени. Если, допустим, токовое реле одно сработало, или два токовых реле сработали, неважно, то у нас должны сработать и вот эти реле.
напряжение. То есть то должно быть реальное короткое замыкание. То есть это имеется, что это элемент И. Вот. Должно быть вот так вот, оба органа запуститься. Вот это напряжение срабатывания, при котором, ну, когда вы будете вести отстройку, сейчас вот мы рассмотрим расчет напряжения для ваших курсовых проектов, то есть оно примерно, вы должны посчитать вот 0,7 от номинала, если напряжение опускается, то защита у вас должна разрешить токовым реле сработать все. Вот. Ну, давайте перейдем теперь к контрольным вопросам. Рассмотрите, пожалуйста, их это по направленным защитам, потом вопросы для СРСП. И последнее, что я хотел сказать, что вот тут еще можно посмотреть список литературы, очень хорошие учебники. Я вам еще рекомендую дополнительную литературу прочитать. Несмотря что этот учебник как бы староват, но я сказал, теория, она остается прежней, а там она написана, ну, просто великолепно советскими авторами. И поэтому вот просто понять ее лучше все-таки с этого учебника. Лекция окончена. Спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч.